В Южной Осетии задержан предполагаемый виновник гибели генпрокурора республики Мераба Чигуева. Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Цхинвале. Возвращаясь со свадьбы знакомых, Чигуев переходил дорогу, чтобы сесть в свой автомобиль. В этот момент на большой скорости его сбила машина. Генпрокурор скончался на месте. По предварительным данным, подозреваемый 33-летний мужчина был пьян. Он не пытался скрыться и сознался в произошедшем. Ранее Мераб Чигуев работал в следственных органах Москвы, Северной и Южной Осетии. Потом был министром юстиции республики, а 3 года назад стал генпрокурором.